поступающих в университет. В актовом зале ЮРГУ состоялся час с ректором. На нем абитуриенты смогли получить ответы на оставшиеся у них вопросы по поступлению и учебе. Один из абитуриентов рассказал о том, как прошла встреча. Она была довольно информативной. Я укрепил свои позиции в том, что хочу сюда поступить. Мне нравится этот университет, нравится база образовательная, которая здесь есть. Мне кажется, что химический факультет хороший в этом университете. Будущих студентов волновали вопросы стипендий, творческих коллективов, факультета военного обучения и многие другие. На них отвечали заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина и начальник отдела учебно-методического управления Александр Губарев. Задача какая у нас сейчас, да? Рассказать ребятам о вузе с той точки зрения, что они уже вот сейчас выбрали 5 вузов, куда подали заявление, и теперь следующую неделю надо определиться все-таки с вузом. Подобное мероприятие проводит не только наш университет, да, но и другие вузы. Отметим, что подача документов на бюджет уже закрыта, а на коммерцию и заочное обучение можно подать до конца августа.